29 декабря 1971 года шло заседание секретариата Московского отделения Союза советских писателей. На повестке дня стоял один единственный вопрос об исключении писателя Галича из членов Союза за несоответствие этому высокому званию. Четыре человека проголосовали против: его бывший учитель, драматург Алексей Арбузов, поэт Агния Барто и писатели Валентин Катаев и Александр Рекимчук. Председательствующий предложил повторное голосование, объяснив им, что там ждут единогласного мнения. И мнение это было достигнуто. Вечер, поле, огоньки, дальняя дорога. Дай-ка, братец, мне трески и водочки немного. Я седой не по годам и с ногою высохший, а ты слыхал про Магадан? Не слыхал, так бы слушай. А случилось дело так: как-то ночью странною заявился к нам в барак кум со всей охраною. Я подумал, что конец, распрощался матерно малосольный могурец. Кум жевал внимательно, скажет слово и поест. Морда вся в апатии. Был, сказал он, говны съест славный нашей партии. Про Китай и про Лаос говорились прения, но особо встал вопрос про отца и гения. Кум докушал огурец и докончил с мукою. Оказался наш отец не отцом, а сукою. Полный, братцы, ататуй панихида с танцами и приказом на статуй за ночь снять со станции. Ты представь, метет метель, темень, стужа адская, а на нем одна шинель грубая, солдатская. И стоит он напролом и летит, как конница. Я сапог его кайлом, а сапог колется. Помню, глуп я был и мал, слышал от родителя, как родитель мой ломал храм Христа Спасителя. А это ж гений всех времен, лучший друг навеки. Все стоим мы и ревем, и вохровцы, и зэки. Но тут шарахнули запал, применили санкции. Я упал, и он упал, завалил пол станции.
часы. Вечер, поезд, огоньки, дальняя дорога. Дай-ка, братец, мне трески и водочки немного. Дай-ка, братец, мне трески и водочки немного. Сергей Шнуров.